Добрый день. Только приехала с города, дети ждут. Косте стало плохо, все, у нас дома грипп. У Кости стало 39,2 температура, я вызвала скорую. Ну, поехали, они, конечно, его ложить не собираются. Да, сейчас ходит грипп. Ну, некоторые мне рекомендации дали на 5 дней. Так что жду, что мы все сляжем. Поэтому сейчас буду стараться кормить детей витаминами. Уже, наверное, ну, хотя бы тех, кто еще здоров. Сейчас делаю салат. Этот салат вообще делается со свежей свеклой. Я не люблю. Свекла. Чесночок будет. То есть все сейчас буду готовить, чтобы немножечко организм мог у нас бороться. Свекла очень полезна для печени. Очень полезна. Вот на мелкой терочке. Мне нравится на мелкой. Я ее сейчас перетру. Да. Да. То есть перетерла всю свою свеклу. Ее не так много и получилось. Можно целый день будет есть. Мальчишки пошли сейчас почистят. У меня 20 орехов грецких. Тоже хочу добавить. Такой лечебный салат. Стерла всю свою кучу свеклы, которая тут была. И тут же на мелкой терке. Это моя новинка. Я добавляю чеснок. У меня тем более дети сейчас болеют. Чеснок нужен. Мне, кстати, советы дают расставить по дому везде чеснок. У меня еще и лампы бактерицидные включены. Ну, вирус пошел. Все болеют. Все, я сама болею. И бабушки с дедушкой сказали, чтобы сюда не приходили. Сейчас бабушка пришла проверить здоровье детей, потому что знает, что я вызывала скорую. Мне надо было Костю послушать. Чесночка, вот его немного. Сейчас я вот это уберу, ручки помою. Можно цедру, а можно сок одного лимона. Вот я его вот так вот вообще весь покатала. Весь. Ой, сок аж нальется. И через сеточку я его туда вылью. Чтобы косточки не попали. Говорят, косточки ядовитые. Чтобы весь салат был очень-очень полезен. Если честно, я расстроилась, что дети начинают болеть все. Я знаю, что Люба с многодетных денечков, они вообще пропадали. Но мы тоже, скорее всего, пропадем. Но у нас заготовок много видео. Мы будем показывать. Так. Вот. Косточки здесь останутся. Так, теперь мне надо почистить гранаты. Сейчас я их прям почищу. И все туда. Во какие. Во. И прям ядрышки насыплю. Такой полезный салат. У меня сейчас навага жарится. Рожки девочки там сливают. Я думаю, только забежали домой. И картошка по-деревенски в духовке. Такой мальчишки там белят второй день свои. Не белят, а эмульсионкой. Две комнаты мужские приводят в порядок. Сами. Без нас вообще. Мне не нравится свекла сырая. И деткам, я думаю, тоже не понравится. Поэтому я сварила ее. А вообще в этот салат используют сырую свеклу. Ну, два точно расчищу. Три приготовила, три много. Мы вот жили на Дальнем Востоке. Мы жили в Улан-Удэ, когда. У нас соседка переехала. Первая в Краснодарский край. И в Одноклассниках смотрим ее фотографии. А у нее ваза с гранатами. Я Ивану говорю, смотри. А мы тут, я в больницу лягу, мне Иван один купит. И там, ну, детям когда купим? Ну, не столько. А теперь и мы можем себе позволить. Сегодня племяннице звонила. Комсомольск на Амуре. Минус 40.
Ужас! Ужас, ужас! Такой вот у меня будет салат сегодня. И заправлю я его маслицем, которое купила. Вот это вот. Лен, кукуруза и подсолнечник. Все-таки у меня свеклы много. Три граната почистила. Свеклы много, поэтому пусть очень полезно. Они вон сейчас сидят. Костя и все сидят, едят эти гранаты. Много солить не буду, чуть-чуть только для вкуса. И дети подготовили грецкие орехи. Я сейчас только их вот так по одному закидаю, чтобы никто зуб не сломал. Даже ломать так не буду. Вот. Пусть они им попадаются в салатики. Постараемся пищу полезную сейчас кушать. Да мы и так полезную кушаем. Там кто-то у меня спрашивал, что я на полезном питании. Нет, я никогда не сидела на полезном питании. Я хотела. Озвучила. Вообще не в моих планах что-то говорить, еще не начав делать. Ну, так вот было сказано. Да. Но чтобы я... Там главное, чтобы не мешал мальчикам. Но чтобы я сидела... Нет. Я сладкое не ем. Вот с детьми торт поела. Да, с удовольствием поела. Хлеб почти не ем. Бывает вот с борщом. Иногда прям очень хочется. Сейчас гормоны перестала принимать. Посмотрим. Сегодня вот время 3 часа дня. Мы еще не ели. И так почти каждый день. Раньше 12 никогда не начинаем кушать. А что делать? Нет, ну это мое предпочтение. Сегодня-то как бы нас просто не было. Салатик, смотрите, какой вкусный будет. Хороший. Полезный, главное. Все. Главное, полезный. Чтоб ничего не попалось, чтоб никто не сломал зубик. Лен очень полезный, кукуруза полезная и подсолнечник. Смотрите, оно какое густое и красивое. Оно как оливковое. Ну, еще добавим. Прям хорошо. Ну, много сильно нет. Порция у меня очень большая. Смотрите, какая. Во, какая. Ну, а если кто может сырую свеклу, то кушайте сырую. А я не хочу сырую. Это нормально, если у кого-то предпочтение больше к сырой. Я думала, граната много, 3 штуки почистила. Они же у меня большие. Нет, смотрите. Чуть-чуть еще посолю. Прям совсем чуть-чуть. Все. Хватит. Дорогое. Шутки шутками. Ну, вот такой вкусный салат получился. Смотрите. Сейчас я руки вытру. Прям. И лимончик. Грецкий орех. Чеснок. Гранат и свекла. Вкусный. Такой сегодня салатик на обед деткам сделала. Вкусный и полезный. Правда? Хорошего дня. Не болейте. У нас грипп зацепил. Не болейте, держитесь и кушайте витамины, какие вам позволяют ваши средства. Доступны. Да, которые вам доступны. Ну, кушайте, старайтесь больше кушать витаминов натуральных. До скорой встречи, друзья.